25-летняя Анастасия Костенко ждет второго ребенка. Беременность не мешает модели зарабатывать. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о своих доходах. Анастасия и Дмитрий воспитывают годовалую дочь Милану и готовятся к рождению второго ребенка. Одна из поклонниц поинтересовалась у модели, смогла бы она после декретного отпуска выйти на работу и трудиться в пятидневном графике. Костенко дала развернутый ответ. Молодая мама заявила, что ей сейчас удается зарабатывать, а в ее семье женщины работали всегда. «Я не люблю нестись впереди паровоза. Но заметила, что многих эта тема волнует. Я знаю много работающих людей и получающих при этом копейки. Все же основная цель – зарабатывать. Это у меня получается и находясь в декрете. А так, да. В моей семье все женщины имели хобби и работу», – пояснила Костенко в Instagram Stories. Анастасия также рассказала, что сейчас они с мужем приучают дочь Милану к горшку и делают это с помощью игрушек. «На собственном примере, пожалуй, повременим», – пошутила звезда, отвечая на вопрос подписчицы. Модель подтвердила, что они с мужем в новом году собираются переезжать из своего загородного дома, так как выставили его на продажу. Супруга спортсмена обсудила с поклонницами проблему ревности. Анастасия считает, что это чувство возникает из-за неуверенности в себе. Костенко посоветовала женщинам почувствовать свою ценность и важность в глазах своего мужчины. «Он выбрал вас. Не разочаруйте его глупой ревностью. Иногда нужно, но без фанатизма», — заявила модель. Недавно Анастасия и Дмитрий показали свою новогоднюю елку. Супруги нарядили ее безопасными для дочери игрушками. Ранее Костенко рассказала о послеродовой боли. Вторая беременность модели протекает не совсем гладко. После отдыха в Арабских Эмиратах Анастасия попала в больницу. Тарасов после увольнения из «Локомотива» уже более полугода не может найти работу.